Нету, да. Ну, на экране, как обычно, все. У Симона какая-то хрень такая. Хрень, да. Как-то тут они сбоку есть. Кто? Вот тут так нажимаешь. И если что? Если хочешь засылать, вон идешь засылать. Что идет? Засылать идешь. Деньги. Ну. Только я не могу эту иконку вывести, чтобы она была прямо на экране. Как бы знаете, как. А что никто не смотрит меня, кроме тебя сейчас? Спят, наверное, все. Надоел ты им всем. Ну вот, сейчас кто-то смотрит. Ты спроси у этого человека, если он видит ссылку для доната. Чуваки, кто-нибудь видит ссылку для донатов? Ответьте. Кто-нибудь видит ссылку для донатов? Ответьте. О, это Павлюсю. Да. Говорят, видят. Ну, видишь, какая я молодец. Что дальше? Надо, чтобы кто-то заслал денег, хотя бы доллар или что, чтобы проверить. Ну, это ты, клянчи. Но... Мне все равно. Нет, но надо же проверить. Но ты же для этого должен что-то делать. Ну, для проверки они могут заслать доллар или сколько? Самое минимальное. А что у тебя такая камера грязная? Не знаю. Алекс, ку-ку, Алекс. Кто-нибудь может? Пришлите кто-нибудь какую-нибудь минимальную сумму на донат ради проверки. Сегодня пробный стрим. Есть у кого-нибудь лишний доллар завалялся в кармане? И если они даже вот сейчас пришлют. Даже не знаю, если оповещение придет. Откуда я узнаю, пришлют или нет. Ну, хер с ним. Пусть пришлют. А там уже дальше увидим, наверное. Чуваки, хоть 50 центов скиньте. Хоть цент. Много за такой грязный экран, я считаю. Много. Ты уверена, что это экран? А что это? И не знаешь, что это? Не шо, а что? Ого, видишь, как чистенько стало? Ни хрена себе, ну-ка. Действительно, как-то чистенько стало. Вау. Так, кто-то говорит, что отправил. Как это проверить? Я не знаю. Угу. А как проверить? И сколько ты, какую сумму отправил? Почему она не сразу реагирует? На что? Ну вот, я твой голос слышу с опозданием. Не знаю. На много-много секунд. Не знаю. Надо сделать вывод на экран. Можно увидеть на страничке Donation Alliance. Скинул. Да были мы уже на этой чертовой страничке. Он скинул 100 рублей. 100 рублей это... Это вроде 10. Это, наверное, $1. А... Нет, не может быть, это $10. Размечталось. Ну как это? 100 разделить на 10. Будет 10. Зайди в аккаунт Donation Alerts. Но это только через твой телефон можно делать. Ага. А помнишь, как мы Белозерских завалили? Да помню, сейчас
не до белозерских. Нам надо понять, донаты идут или нет. Иди танец танцуй за то, что тебе заслали. Иди, иди покажись им, потанцуй. Халат раскрой и танцуй. А какой танец? Лезгинку. Украшение скорпиона? Нет. Лезгинка. Лезгинка, где так у тебя, где халат будет так у тебя раскрываться. А я лезгинку не умею, а я лезгинку не умею, а я лезгинку не умею. Скакалку давай, скакалку, а? Скакалку. Что у меня ноги клини? Гидрокомпенсаторы болят, засидел. Да, я понимаю, что надо сделать вывод на экран. Только как-то не получается. Но я завтра посмотрю. Сережка совсем с ума сошел. И бороду себе седую отрастил, дурак. А помнишь, как мы Белозерских затащили? Ну все, мы сейчас пока попрощаемся. Чао.